Всем доброе утро. Ну что, мы сегодня утро свое начали с того, что позавтракали с Гошей. Сейчас уже проснулась Маша у нас. И я уже кое-что выстирала. Я собрала куртки там Ванины. В общем, все перестирываю, пока тепло, пока есть возможность, да, чтобы высохло. Вот сегодня у нас на улице, в принципе, тепло, но такие облака ходят, и не знаю. Ну, а так, в принципе, без осадков. А вот, что я сейчас планирую делать? Я сейчас уже отварила булгур, сварила компот и отварила рис, и буду сейчас делать тефтели. Вот, мне еще нужно будет помыть посуду, тут мы позавтракали. Ну, вот, в принципе, как-то так. Вот. Ну что, сейчас помою посуду, тут ее немного. Здесь я уже высыпала рис, и фарш у меня растаял уже. Я сейчас его смешаю, посолю, поперчу, и, в принципе, буду готовить. Вот. Видите, сегодня у нас облачно так. Я не знаю, сегодня, может быть, сходим с ребятишками на речку, прогуляемся. В принципе, посмотрим сейчас, как будет дальнейшая погода. Ну вот, так, здесь у меня уже булгур сварился. Все, я добавила сливочное масло. Компот готов. Компота вчера две кастрюльки выпили, в общем-то. Два раза его варила. Вот, так, нужно будет кастрюлю помыть от риса. Ну и предлагаю вам вместе со мной приступить к готовке. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. Такие заготовочки у меня получились, чтобы сразу готовое тут немного не влезло, потом еще доделаю. Сейчас насыпаю в тарелочку муки и буду обжаривать.
я делаю, подготавливаю зажарочку для тефтелей. Вот моя морковочка сейчас все растает. Добавлю томатную пасту, приправки и все. А здесь у меня детки едят апельсины. А я хочу вам рассказать о таком средстве, как уксус, водка и вода. Я уже давно им пользуюсь, но тут у девочки увидела, чтобы не пахло уксусом, когда разбрызгиваешь. Можно добавить апельсин, корочки апельсина, вот как раз сейчас вот они у нас и есть, а лимона, корочки, ну или чего-нибудь там. Апельсина. Ой, это мандарина. Мандарина, да, ну вот так. И оно настаивается дня два, и потом при разбрызгивании нету запаха уксуса. Ну, мы попробуем, в общем, экспериментировать будем. В общем, берем воду, уксус 9% и водка. Ну что, у меня обжарился лук с морковью, с томатной пастой. Сейчас я добавила майонез, добавила горчицу зернистую, немного хрена и аджика. В общем, вот такой у меня целый арсенал всего. В общем, сейчас все это у меня буквально минутку обжарится. Добавлю водички и все, и буду закладывать свои тефтели. Все, пускай немножечко оно обжарится под крышечкой. Так, ну все, залила я тефтельки, все, пускай они у меня минут 40, наверное, на медленном огне тушатся. Ну, гляньте, собрались мы на речку, смотрите, тучи какие-то, гремит все. Ну, может быть, пройдет стороной, я вообще не знаю. Да уж. Погода. Дети уже все настроились пойти прогуляться до речки. И... О, слышите, гремит все. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Если пойдет дождь, конечно же, мы не пойдем никуда. Ну, все, вон. Сейчас маме звонила, мама говорит, у нас там идет дождь. Смотрите, ветер, а все белье поснимала быстренько. Так, в общем, никуда мы не пошли. Пошел дождь на улице. Гремит все. Ай, вообще, конечно. Погода, это, конечно, непредсказуемая называется. Еще смотрела же. Сказали, что не будет осадков. Ну, увы и ах. Я уже поела тефтель, булгур. Очень вкусно получилось. Вот, сейчас Машу заставила, точнее, наверное, попросила, чтобы она помыла салат. Листья салата будем кушать. Ну, все, легла, решила отдохнуть немножко, полежать. Вот. Ваня с Гошей там играют. В общем, как-то так у нас сегодня получилось. Все, что хотели, мы не сделали. Самое главное, это речка, конечно же, для ребятишек была. Но, увы, ах. Ну, ничего страшного. Значит, так оно и должно быть. Вот. Ну что, пошли мы все-таки на речку. Прошла эта непогода. И на улице опять стало жарко, душно. В общем, время начала 6, и мы пошли все-таки всей толпой. Ну, а Саша, может быть, нас заберет. Я ему сейчас позвоню, чтобы нам назад не идти уже пешком. Он нас заберет. Так что вот так. Сейчас еще что-нибудь вам поснимаем уже на речке. Ну что, мы пришли. Да. Мама. А? Это место, которое мы ехали. Это место, которое мы раньше ехали. Да. Ну вот мы пришли на речку. Что, холодное? Нормально. Да, конечно.
терпимо. Гош, ты не ходи в носках. Я сейчас посмотрю. Ой, да ну нафиг, она холодная. О. Не, Гош, тебе нельзя камушки кидай, все, тем более подкашливаешь еще. Это искупайся. Ну, искупайся. Сейчас дам стелить. Угу, сейчас растереть. Я не пойду купаться. Ну как, через недельку потеплеет вода и будешь купаться. Рядом с тобой лимонад положит? Да. Я села, тут сижу. Сейчас мы проверим. Ой, тут какие-то рыбы. Мимашки сколько-то вообще. Маш, отойди, я не вижу Ваню. Пойду в камыши поплаваю. Ну, холодно, нормальная вода. Да, ну, прям уж таки. Ой, надо побрызгаться этим рифтамидом, потому что невозможно. Главное, тот же камень не упасть. А! Помочила ножки и залазь. Помочила ножки и иди на место. На одеяло рядом с мамой. Маша, ну только 2 дня тепло. Ну холодно так было. Еще речка не нагрелась. Она реально холодная. Ты же девочка. А Ваня мальчик. А Ваня тоже мальчик. Ваня, все, давай, вылазей. Погрейся маленько. Достань ему полотенце. Выпросили купаться. Ну что, мы уже дома, уже все помылись, а вот, ой, в общем, устали. Мы обратно когда шли, нас Саша забрал на полдороги, можно так сказать, с работы ехал, потому что уже ждать не было смысла, потому что Машка заедает. Вот, ну ничего, дети, как бы я не сопротивлялась, Маша залезла прям в шортах купаться, а потому что я на нее купальник не стала одевать, думаю, что я так подумала, что действительно, как я и предполагала, вода еще холодная, и все-таки я думала, что я ее не пущу, но в итоге мне не удалось, все-таки выпросилась она и
И Гоша накупался, хотя он меня и подкашливал. Тут эти дни немного сопливил, но я не знаю, в общем-то, как бы, в общем, накупались все они. Я нет, я просто ноги зашла, помочила и вышла, потому что, ну, нет, холодная вода. Я вообще не любитель вот этого. Нет, я люблю купаться, так бы, как сказать, но люблю, когда вода теплая, но когда холодная, себя мучить я вообще этого не люблю. Вот. Что хочу сказать? Ну, тефтели, кстати, у нас, у меня, точнее, получились и неплохие, хорошие. А вот булгур тоже, ну, все здорово, в общем-то. Вот. В общем, все, что хотели, все сделали. Сейчас у меня вещи достирываются, которые вот с речки мы пришли. Там полотенца и наши вещи, все рифтамидом пахнут. Одеяло уже все постирала, вывесила, сейчас вещи закинула. Вот. А Ваня опять ушел гулять, да, говорила, уже не помню. Вот. Ну, в принципе, вот знаете, все хорошо бы, да, и солнышко вроде, и все, но Машка это вообще какой-то, я не знаю, напасть какая-то. Они просто забивают. Вот. Так что вот так, мои хорошие. Сейчас, в общем, Маша помыла порог, потерла, я все сланцы все выстирала, Гоша на сандали постирала, потому что, ну, он и в речке в них ходил, то есть, вот, как-то так. Вот. Ну, а так, в принципе, все хорошо. Такая приятная усталость, что дети получили того, чего хотели, и это прекрасно. Главное, чтобы не разболелись. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Так что, наверное, на этом, как обычно, буду заканчивать свой влог. Спасибо за просмотр, спасибо, что вы со мной, что вы пишете мне комментарии хорошие. Мне очень-очень приятно. И увидимся с вами уже, конечно же, скоро. Всем до новых встреч. Всех вас люблю. Всем пока-пока.